Здорово, мы сейчас находимся в ТГК, торговый какой-то городской комплекс, торговый комплекс киевский, и это магазин «Италия». Почему я сюда пришел? Мне сказали, что тут очень много итальянских сыров своего производства, ну или какое-то производство у них, которое сотрудничает с этим магазином, и хамоны. Да, мясо и сыры, все то, что мне очень нравится, и все то, что некоторые личности наглые хотят запретить нашему брату, тут продают. Я хочу, ну, ознакомиться с этим товаром, посмотреть, качественный или нет, вкусный или нет, и как вообще у них условия, у итальянцев, на реализацию таких продуктов. Поэтому зайдем, посмотрим. Ну вот, кстати, принцип такой, да? В принципе, это иностранный продукт, но они наклеили маркировочку такую, где все на русском, все это то, что нужно обязательно для потребителя, все на русском продублировали. Очень часто магазины продают без русского. Вот на иностранную, типа, знаете, покупайте. И там даты видно, конечно, срок годности, но это максимум. Телега прикольная. О, тут можно сок себе набодяжить самому. А сколько он? 300 рублей. О, 300 рублей пол-литра, короче. Ты можешь сам апельсин сделать себе. А они это, кожурку апельсиновую тоже выжимают? В санпинах просто написано, что орехи, изюм вот такие вот, да, они должны в пластиковых таре продаваться, с крышечкой или без. И, в принципе, у них тут нормально есть. Чай. Примечательно, да, чай дворцовый, пауэршу. О, простор, Россия, Москва, Очаковская. И непонятно, да нет, непонятно. Во-первых, сразу видно, что это расфасованный. То есть было в большой потребительской, да, упаковке от производителя. Они расфасовали и должны обязательно информацию, кто производитель. Адрес производителя должны были дать. Ну, естественно, по срокам годности тоже все должны были информацию дать. А тут просто годен до. И нету до какого годен. И дата упакована. Ну, то есть... Ну, по ощущениям уже я вижу, что капец тут. Тут все те же самые нарушения, что и обычно. Сыр. Что это? Я не знаю, но смотрите, тут сыр, фрукты. Сыр подсох, видно по краям. Апельсин высох. Шпажки с сыром и фруктами пронто. Может быть, это они имеют в виду, что это блюдо собственного производства. Если блюдо собственного производства, опять должен быть производитель, кто его сделал? Адрес, наименование производителя, наименование блюда, потом состав, обязательно должен быть состав по величине. То есть на первом месте тот продукт, которого больше всего, и потом на уменьшение. Ну и ЖБУ, и энергетическая ценность и так далее. И условия хранения. Здесь ничего этого нет. Это все косяк. То же самое. Упаковали. Ничего нету, никакой информации. Упаковано и все. Тут тоже говорят, 6-я статья вроде бы есть, технический регламент Таможенного союза 022, и они говорят, что если упаковывали без твоего присутствия, то должна быть информация. А если при твоем присутствии, то можно и не быть. Якобы они вправе любым способом довести до меня информацию. Хорошо, я попросил взвесить. Вот каким они способом до меня довели информацию? Никаким. Можно считать это, что они довели до меня информацию? Да, она же выбрала любой способ. Вот она подмигнула вот так, это значит, она до меня донесла информацию. Этого, конечно, ну, быть не может. Так не бывает так. А так у них очень тут красиво. Вон, смотри, какую они стенку сделали. У них тут прям все так цивильно. Меня аж так не по себе, думаю, что я сюда этот... Приперся сюда, ищите что-то. Правда. А с другой стороны, это же иностранцы. Понимаете, это иностранцы. Классная информация. На, Павлик, мучайся, решай, что это такое. Заберем. Ну, давай посмотрим условия хранения. Как правило, в таких банках бывает от 0 до 25. Но мы здесь посмотрим. Условия хранения. Хранить в сухом, прохладном месте. Насчет прохладного места очень спорная ситуация. Дело в том, что прохладное место считается, главное, не жаркое, да, там, не печка, еще как-то, да. А с другой стороны, есть в санпинах такие моменты про хранение картошки. И написано, что картошку нужно хранить в прохладном сухом месте, не более 12 градусов. То есть конкретных градусов нет в санпинах, но вот относительно картошки понимаем, что свыше 12 градусов. К нам идет охрана, кстати. Здравствуйте. Здравствуйте. Я старший смены охраны. Старший смены охраны? Да. Юрий Алексеевич, да? Да. Да, здравствуйте. Вы меня снимаете, да? Я сейчас вас скажу. А вы кто такие? Меня Павел зовут.
А нет, а вы кого представляете? Дело в том, что мы пришли сюда, мы в первый раз видим такой классный магазин, итальянский, все нам очень интересно, мы как бы блог свой пилим, ну как бы вот зашли в магазин крутой. Вы не правы, ребята. Почему? Если съемка производится по разрешению. Ну вот я у вас... Нет, это нужно с администрацией согласовать. Ну согласуйте, пожалуйста. Вы прекратите съемку? Прекратите съемку. Мы пройдем в администрацию. В смысле? Ну вот, Ну давайте мы здесь в администрацию, здесь подождем. Нет. Почему нет? Вы прекратите съемку, пожалуйста. А чего вы взяли, что мы снимаем? Я вижу, что вы снимаете. Нет, это кардиостимулятор. Нет, смотрите, Юрий Алексеевич, да? Да. Я понимаю, что вы тоже любите снимать, как и мы. В принципе, если вы говорите, что мы нарушаем, то и вы нарушаете, понимаете? Будете согласовывать вашу съемку с нами? Нет. Нет, ну и мы не хотим, понимаете? Мы видим, что вы свободный человек, и вы видите, что мы свободные люди. Вот, кстати, да, если что, полицию лучше вызывайте, мне кажется, это будет, ну, целесообразнее. А так, можете с нами ходить, увидите, что мы не хулиганы, мы трезвые, мы не хотим ничего портить, мы ничего не портим, мы просто ходим, смотрим. Хорошо, Юрий Алексеевич? А что, почему вы это здесь... Что? Это вы товар будете покупать, да? Ну да, конечно. Весь качественный товар, который мы захотим купить. Вы меня услышали, да? Да, конечно, конечно. Перед тем, как производить какие-то либо съемки, здесь согласовываются. Я понял. Такие правила. Это частная территория, понимаете? Это не частная территория. Частная территория, нет. Да. Частная территория. Не может быть. Да. Она частная, когда вы не предоставляете услуги населению. А если вы услуги населения предоставляете? Администрация. Я же не против с ними поговорить. Устанавливает правила. Смотрите, я понимаю. Эти правила касаются всех. Сейчас объясню. Администрация вправе решать условия продажи. То есть, какие условия им продавать на товары. Цены, штук, количество, вес – это вправе они решать. А касательно видеосъемки или там еще чего-то, они не вправе решать. Понимаете? Позовите администрацию, я не против с ними поговорить, серьезно. Я вот здесь похожу, посмотрю, что у вас тут продается. Мы очень спокойные ребята, поверьте, мы не ругаемся, ничего. Шоколад. Иностранный шоколад. Он реально иностранный? То есть он иностранный, все, и тут русская маркировочка такая. Хранить в сухом прохладном месте, 18-20. То есть я вот тоже, вот этот очень вопрос спорный. Что такое сухое прохладное место, я до сих пор не могу понять. Получается, у них та кухня, и это тоже кухня. Видать, разные лица кухни. Ну, пойдем дальше просмотрим. А, да, и вон здесь тоже, смотри. Вообще отдельная, короче, штучка. Не, ну вот... Мне реально нравится тут. Очень так своеобразно, уютненько. И мне нравится, когда несколько, как бы, все в одном стиле и несколько разных локаций, да, таких, которые предлагают тебе разную еду. Здесь ты взял лапшу, спагетти, как, ну, как паста. Паста, да, итальяшки говорят. Мне очень нравится тележка. Делаем вручную каждый день. Сыр горгонзола. 200 рублей 100 грамм. Ну, дешевый сыр. 250 рублей 100 грамм, то есть 2500. Вот я нашел у них хлеб. Хлеб, смотрим. То есть я должен получить информацию по этому, да? Что такое багет и чьи-то данные, непонятно что. Мне нужно понять, чье это производство. Они сами его сделали или это приехало к ним, а они просто дефростацию провели. Из этой маркировки я не понял. Она в любом случае нарушена. Если это к ним приехало, должны были дать информацию. От кого приехали? Если они сами сделали, то должны были информацию также изготовителя и информацию дать, кто это изготовитель. Дальше, если они сами изготовили, должна быть опять состав, ЖБУ, энергетическая ценность. Ничего такого нет. Если это к ним привезли, и они расфасовали, да, то должны быть данные по срокам годности, когда упакованы и все такое. А тут просто упаковано и годен до. И непонятно. То есть, когда дата изготовления, какие условия хранения, ничего этого нет. Поэтому, в принципе, это все не свежее. В рамках 29-го федерального закона это не свежо. Ну, слушай, неплохо, да? 100 грамм дорадо 57 рублей, то есть килограммчик 570. Не знаю, мне продавец нужен. Мне просто вот вижу рыба охлажденная, пагар. Вот, мне очень интересно, декларация качества соответствия с Анпином у вас есть? И аннотацию родную. Я посмотрю, если все нормально, я прям попрошу у вас их купить. Хорошо? Это сыр. Сыр Швейцария. Цена 343 рубля. Снимите, пожалуйста. Ну, прям близко, чтобы понятно было, что потом не это. В принципе, есть название.
и он Швейцария, это страна производителя. Адреса производителя я не вижу. А вот, производитель. Люзепер Б. Швейцария, в принципе, есть. Название есть. Дальше нам нужно понять срок годности. Да? Упаковано 3-го, понятно. Годен до 28-го. То есть они хотят, что кусок, сказать, что кусок годен 25 дней. Это в соответствии с каким таким санпином. Ну и дальше тоже про срок годности информации никакой нет. Просто когда упакованы. Да? Да. У нас документы все находятся в офисе, поскольку сегодня праздничный день. Не работают. Я вам скажу, как опытный потребитель, тогда и продавать не нужно, если не можете подтвердить. Хорошо, давайте тогда сделаем так. Я не буду ругаться, не переживайте. Мне самую маленькую рыбку одну съесть, пожалуйста. Швейцария. Почему тут все Швейцария, а магазин-то итальянский, типа? Я не знаю. Тут нарезанный. Дельта Муан. Цена 2200. Никакой информации нет, даже про производителя. Там хоть производитель был, здесь производителя нет, никакой информации. Упаковано и все. Годен до нет. Пожалуйста. Можно несколько взять. А это такой же, да? Ну, на пробу, короче, возьмем. Мне нравится сыр Маздам. Я не знаю, в таких лакшерных местах есть он или нет. Хамон. Оно только здесь у вас представлено или где-то еще? А, уже есть готовый. Все, тогда я вас мучить не буду. Спасибо. Ну, в принципе, нормально. Продавцы на нас не ругаются, никто ничего. В принципе, значит, у них есть какой-то регламент по общению с потребителем. Регламент по нестандартным ситуациям, потому что, мне кажется, они постоянно так ходят с микрофонами и с камерами в 2 человека. Спасибо большое. Упаковано 9-го, получается. Годен до 10-го. Ну, нормально, да, в принципе. Все, а срок годности, даты изготовления нету. И производителя тоже нету. Вот, был бы написан производитель. Было бы классно. У вас нету производителя, а аннотации тоже нет. А когда рыба попала сюда, есть информация? Два дня назад. Ну, то есть, если она приехала 2 дня назад, по сути, да, они в соответствии с анпинами, да, выставляют там 18, 24 часа, я не помню точно, по 12 часов, то, естественно, она уже кончилась. То есть, ну, хоть так. Ну, ладно, посмотрим, попробуем. На самом деле, я боюсь ее брать, если она 2 дня тут провалялась. Я боюсь, что у меня было так уже с форелькой. Нарезанный. Производитель есть? А, это они сами производители, ничего себе. Сейчас попросим на них. Здравствуйте. А вот этот сыр у вас? Да. А можно мне этот посмотреть, как ее? Аннотацию родную. А, ваше производство. Все, я понял. Все, простите. Что получается? Смотрите, у них должен быть тут состав, а ты не видишь. Состав и ЖБУ. ЖБУ есть, белки, жиры, углеводы? Калорийность есть, а вот состава нету. И упаковано, а даты производства тоже нету. То есть, в принципе, что-то есть, что-то нету, но состав-то могли они сделать. Я не знаю, почему не написали, из чего это молоко. Могли бы написать. И аннотации тоже нет, потому что, собственно, производство. Но он твердый. Причем, потрогай. Он этот тверже, чем этот. Он вполне возможно, да, подсох, да? Здесь подсох, а здесь более свежий. А вот мне вот говорят, пишут комментарии. Что ты прикопался? Он 3 дня в холодильнике лежит и ничего не сохнет. Пожалуйста, они его сегодня... А, нет, 6-го. 6-го числа они его запаковали. Но у них 3 дня валяется тут. Конечно, производитель решает, как он в нарезанном виде может. Если у них есть правильно технологии, все, и они утвержденные там по ГОСТам. Да, и по ГОСТам утверждены все, то, конечно. Но мы уже видим, что он сухой. Я просто заметил вакуум. Вакуум, ребята, по санпинам запрещено делать. Организациям, реализованным в розницу, им запрещено в магазинах делать вакуум. Если они разрезали упаковку родную, да, а потом расфасовали, то им запрещено. Вот если они производители сами упаковывают, и эта технология тоже у них зафиксирована, все, тогда да. А здесь мы смотрим. Изготовитель Repeli Reallogity, то есть это не они производители. И они взяли эту колбасу, нарезали и в вакуум засунули. Это запрещено. Поэтому это уже сразу нарушение. Дальше посмотрим. Упаковано 4 мая. И все, даты производства нет. Нарушение.
Дальше говядина запеченная, тоже запакованная в вакууме. 8-го, 19-го. Производитель ООО «Россия, Москва». Причем другой производитель, не они. Значит, тоже они должны были нормально маркировку написать. Говядина сыровялина. Вот это вот вкусняха. Вот это вот, ребята, это я обожаю. В принципе, я даже знаю, как он... Фелинция. Бризола. Бризола, Италия. 27 апреля она завакуумирована. И годна до 12-го. Но они так заявили. А даты изготовления нет. Производитель Бордони. Условия хранения тоже нет. Нарушения. Несколько нарушений. Маркировка нарушена. А вакуум, зачем, непонятно. Тоже нарушение. А вот хамончики. Прошутто. Самый дорогой 4700 получается за килограмм. 4700. Производитель Рульяна Спа. Крудо. Прошутто крудо. Скорее всего, крудо — это название свиньи какой-то, я даже не знаю. Потому что самые популярные хамоны, они прям Иберика, да, там, допустим, они прям пишут название коровы. Ой, не коровы, а это свиньи. Может быть, тоже свинья крудо, я не знаю. Значит, у нас упаковано есть, даты производства нет, условия хранения тоже нет, состава нет. Мясной продукт из свинины охлажденный. Сыровялины со специями. То есть они указали, что специи есть, а какие именно не указали. Выдержка 24 месяца. То есть он сидел, где-то валялся и мумифицировался 2 года. Прикольно. С удовольствием попробую это. Пока что, знаете, как вот поговорка: встречают по одежке, провожают по уму, по лицу. По лицу провожают нас, проведут по лицу. Вот так же и получилось. В принципе, я зашел, все очень прикольно, все красиво, так все необычно. А в итоге получается трэш. Трэш, как в «Глобус Гурме». Все зачем-то они упаковывают, датов, сроков нигде нет, сыр сухой продают. И не стесняются за собственную репутацию. Ну, просто оборжаться. А, здравствуйте. Я хотел вот спросить, это у нас стейк рибай, да, это из чего он? Какая часть? И кого? А кто это? Свинья? Говядина. Говядина. Ну, давайте немножечко попробуем. Ну, грамм 100 хотя бы. 100? Да, 100 грамм. Я просто не знаю, боюсь. 100 грамм очень мало. Я думаю, это кусочек. Давайте кусочек, нарезанный который. А, простите, можно, знаете что, мне еще очень хочется... О, теплый, да? Мне еще очень хочется посмотреть аннотацию родную. От производителя, когда давал аннотацию, документ на мясо. Посмотреть, да. Смотрим по поводу маркировки. Производитель не указан. То есть, кто производитель, непонятно. Нарушение. Адрес тоже не указан. Условия хранения не указаны. А, есть. Срок хранения 48 часов при температуре плюс 2, плюс 4. Упаковано сейчас. Но 48 часов, может быть, уже давно прошли, потому что даты изготовления нету. А, ну отсюда, да? Я понял. Сейчас. Сними, пожалуйста, чтобы видно было, а то потом при температуре даты изготовления упакованы 8.04. Я понял. Больше ничего нет, да? Все, спасибо, спасибо. А вы иностранец, да? Да, итальянец. Итальянец. А вы работаете? Это ваше или просто работаете? Я с ресторана. Это ваше? Вы главный тут? Вы главный? It's me, Mario. А, мы вас потом позовем. Меня Павел зовут, и я хожу по магазинам и смотрю, где качественный хороший продукт, а где некачественный. Я блогер, я журналист. И у вас много некачественного. Много. Но если хотите, я вам список все дам, но только за деньги. Это не бесплатно. А бесплатно я потом вас позову просто побеседовать, хорошо? Спасибо большое. Вас как зовут? Колоджо. Колоджо. Меня Павел. Спасибо, спасибо. Мы не ругаемся, мы спокойны. Все. Все, мои дорогие, в принципе, то, что я набрал, мне хватило для того, чтобы уже делать какой-то вывод. Вывод я уже сделал. Тут вот все, вот целая корзина получилась. Не жестил, потому что первый раз здесь. Хочу вот так немножечко набрать и сделать замечание, как бы замечание получается руководству магазина. Не просто, что вот, пришел на халяву, пожрал, ушел. А конкретное замечание. Но, естественно, я же не буду бесплатно делать замечания. Вот пришел просто так... Всем тут цены указания раздал и все такое. Нет, естественно, я это все поем, чтобы им было обидно. И, естественно, поговорим с начальником.